Дорогие мои взрослые дети, кажется, только вчера я встречала вас на пороге нашей школы. Маленькими мальчишками и девчонками, с такими удивленными, веселыми, а иногда испуганными, настороженными глазками. Время летит очень быстро. Сегодня вы стоите на пороге взрослой жизни. И то, какое оно будет, зависит только от вас. Мы, родители, учителя, на протяжении долгих 11 лет старались вложить в ваши сердца, в ваши души все самое лучшее. Вся жизнь – выбор, и только от вас зависит, каким он будет. Слушайте мудрые советы. Берите от жизни ее уроки, но помните, что за некоторые уроки жизнь берет дорогую цену. Перенимайте чужой опыт, щедро делитесь своим. Помните главное правило Библии – относись к людям так, как ты хочешь, чтобы они относились к тебе. В данный момент весь мир живет в новых, непривычных для нас условиях. И, к сожалению, я не могу обнять каждого из вас, посмотреть вам в глаза. Но вы ведь знаете, что я вас люблю. Жду, что вы придете рассказать о своих успехах, достижениях, а может быть, о каких-то трудностях. Помните, что мое сердце открыто. В добрый путь, мои взрослые дети.